Ну что ж, приступим к распаковочке моей новой посылки от бренда Леврана. Пришла она ко мне на почту. Я выбрала такой пункт заказа. Очень даже быстренько. Всего лишь, да, кажется, 4 дня. Максимум 5. Вот. Сотрудничаю с ним уже повторно. Опа, порезала. Накладная. Бумажечки, бумажечки. Так, попробуйте. Отличненько. Сейчас я покажу, что мне здесь пришло. Манюсенький гель для посуды, для мытья. Это был подарочек. Дальше у нас идет жидкое мыло, тоже подарочное. Еще было что-то. Угу. Вот этот вот гель для душа. Тоже пошел в подарок в корзину за заказ. Притом это полноразмер. Дальше у меня скраб для лица. Вот такой красивучий. От их бренда NeoCare. Также крем для рук. Я выбрала мятный на этот раз. Так, что-то это я не знаю. Гель для рук антибактериальный. В стекле. Этого не было у меня в корзине. Это подарок тоже, я так понимаю. Много на этот раз подарочков. Дальше. Экологичный спрей от жира и нагара для плит, сковород, духовок и прочего. Такой большой-большой. Вот это я сама выбирала. Помою плиту. Плиту я с лицом долго не мыла, чтобы проверить, как оно хорошо работает. Такой интересный пульверизатор. Гель для посуды этот я выбрала. Когда-то давно я уже пользовалась их гелем для посуды. Ну, в принципе, мне понравился. Запах, правда, я брала другой. По-моему, брала лимон. Сейчас прованские травы выбрала. Дальше. Вот в такой красивучей тубе. Такой легенький. Заживляющий крем от всяких воспалений. Нам сейчас очень надо. Потому как мы с ребенком перенесли ветрянку. И надо последствия как-то устранять. По крайней мере, у него. Угу. Так, железная туба. Да, с металлом. Интересненький. Его все хвалят, поэтому я решила, что нам пригодится. Мультифайер. Ага, это из серии True Alchemy. Выбрала я сыворотку для волос. Интересненько тут упаковано. Что это? Ага, тут состав у нас. Что для чего и как применять. Бла-бла. True Alchemy. Для волос сывороточка. Интересно, интересно. Ага, с пипеточкой. Вот такая вот у нас. Такого цвета телесного. Ух, пахнет мятой. Тут тоже из серии True Alchemy. Блестится. Я выбрала гиалуроновую кислоту. Потому что все сейчас пользуются. Всем интересно, что это как, с чем это едят. Я решила тоже попробовать, что это такое. Так, такой вот красивенький шприц. 3% гиалуронка. Вот так, опля, красота. Вообще мне их косметика, в принципе, довольно-таки нравится. И последнее с моего заказа, это лубрикант с натуральным составом. Таких я еще не пробовала. Как бы химические меня не особо устраивают, такие пупырышки. Поэтому я решила попробовать, что же из себя представляет лубрикант с натуральным составом. Очень-очень интересненько. Надеюсь, повредить не должен. Вот такая штучка-дрючка. Обещается гладко все. И прекрасно должно пройти. Вот так. Такой вот состав моей посылочки. Большая коробочка красивая. Много всего, много подарочков. Очень-очень хорошая такая посылочка. Про все эти средства впоследствии я потом напишу у себя на сайте iRecommend. Напишу про них, про все отзывы. Вот так. Все, до свидания.